принадлежала мне, скрывать не буду. Искрометная, талантливая, красивая. Добрый вечер еще раз. Очень приятно, что вы пришли, потому что на самом деле идея новая. Впервые мы в городе проводим такой городской театральный капустник. Видимо, год театра наложил свой отпечаток на мой мозг каким-то образом, и вот родилась такая идея. Что хочется сказать? Я очень люблю театр, правда. Потому что 20 лет своей жизни я отдала отделению музыкального театра Берской детской музыкальной школы, и поэтому я это все просто обожаю. Но в то же время я понимаю, что театр — это такое искусство, которое сочетает в себе очень много всего, да? Ни одно искусство, наверное, не сочетает вокала, хореографии, сцен движения, грима, драк, не знаю, там, сценической речи, актерского мастерства. То есть это настолько синтетическое, скажем так, искусство, да, которое помогает человеку воплотить все свои идеи, все замыслы, донести до зрителя то, что он хочет сказать, в том числе и какие-то воспитательные моменты. Да? Мы всегда переживаем за актеров, переживаем за то добро, которое они несут, и всегда они побеждают зло, слава Богу. Мы всегда думаем о том, что театр, наверное, нас воспитывает, одухотворяет, и это очень важно. Поэтому я рада, что сегодня у нас такое замечательное театральное собрание, я бы так назвала. И я бы с удовольствием хотела руководителям театральных коллективов, еще одна идея, которая возникла у меня, вручить буклеты, которые мы сделали специально для, посвященные году театра, и в то же время как бы о том, чтобы жители города знали о театральных коллективах нашего города, их всего у нас 10. 7 образцовых народных и 3 любительских объединения. Поэтому я, будьте любезны, принесите мне мои пакетики красивые с театральными буклетами.